Слава Богу. Жизнь утекает, как вода сквозь пальцы. А мы не научились жить. Живем и часто так не понимаем, не думая, что значит возлюбить. Любому своя боль всегда больнее, чужой Голгофы часто не видать. Другие кажутся нам чуточку сильнее, им Бог дает щедрее благодать. О, Господи, Ты помоги мне видеть, как кто-то крест несет с последних сил, и равнодушием не дай друзей обидеть, и им помочь, хоть друг и не просил. Дежурных слов никто не хочет слушать, мол, ты держись, все будет хорошо, что беды посылаются нам свыше. Но Иисус на землю к нам пришел. Пришел помочь, чтобы обрести спасение от недугов духовных и земных. И у Него ко всем благоволение. Он возлюбил нас грешных и больных. И до сих пор Он нас не оставляет, а учит нас, как в этом мире жить. И у Него, и если просим, нас благословляет. Он хочет, чтобы учились мы служить, что бремена других мы разделяли, творя добро, мы учимся любить. Не для себя, чтобы мы все время жили, а чтобы могли мы ближнему служить. Боль, одиночество людей сопровождают. Конечно же, у всех полно проблем. И многие из нас так рассуждают, что невозможно в мире помочь всем. А всем не надо. Помогите ближним, тем, кто живет у вас на глазах. Дела людей отмечены Всевышним, ведь книга пишется на небесах. И там сочтется каждое движение, и слово каждое Иисус Христос учтет. И если просим мы за грех прощения, то милость Божья от нас не отойдет. Ведь мы не судьи, мы должны молиться и милости для грешников просить, встать на путь добрый, помогать, стремиться, чтобы всегда по правде жить. Умение вмещать чужие беды нам тоже по молитвам Бог дает. И только с Ним добьемся мы победы, а Иисус Христос нас в небе ждет. Аминь.